Здравствуйте, меня зовут Наталья, я мама ребенка с расстройством аутичного спектра. Сына зовут Никита, ему 6 лет, 2 года мы лечимся, проходили разные курсы лечения, томатис, БАК, занимаемся с психологом, логопедом и так далее. Значит, за это время, ребенок у меня до этого был не говорящий, за это время мы, значит, улучшили свое состояние по поведенческим параметрам, и ребенок стал произносить звуки, слоги. Значит, у Давида мы лечимся 2 недели. Значит, 2 недели назад ребенок заболел, и на фоне принятия антибиотиков у него произошел резкий откат в поведении. И, значит, первое, что сделал Давид, это скорректировал Никиту. Ребенок стал более открытым, стал отзываться снова на свое имя, стал интересоваться окружающим миром. Вот если к нам кто-то приходит, он обязательно подбежит, узнает, кто же там пришел, слышит, что дверь открывалась и бежит. Значит, его можно позвать из другой комнаты, он всегда повернется, если он произнесешь рядом с ним его имя. Он понимает, что ему от него хотят, там, принеси тарелку, ложку, там, стакан, покажи ножку, ручку, лево, право знает, он много чего может и знает. Но вот у него был такой откат, замкнутость, и Давид ему с этим очень сильно помог. Значит, что еще у нас произошло за это время? Никита стал произносить слова, причем произвольно. Раньше у него было непроизвольно, и некоторые слова выскакивали, повторить он их не мог. Сейчас он четко сопровождает свое действие, которое вот, мы можем распознать словами. Например, надо, не надо, дай, уйди. Дальше он постоянно сопровождает свои действия речью, малопонятной нам, но все-таки это происходит. Он как бы разговаривает сам с собой, озвучивает свои действия. Значит, неделю назад я попросила Давида скорректировать наше поведение относительно хождения в туалет. Дело в том, что ребенок с декабря месяца на фоне какого-то излечения стал ходить в трусики время от времени, то есть на протяжении 2-3 недель у него то вот обострение, то улучшение. И Давид нас скорректировал буквально на следующий день. Всю вот эту неделю ребенок стабильно ходит в туалет сам, самостоятельно. Он не просится, он ходит сам самостоятельно, как и было у нас до этого. Значит, ребенок стал более жизнерадостным, он стал реагировать эмоционально на мультики. То есть он там на смешных моментах смеется, иногда даже злится и переживает такое, изображает напряжение хлопками, когда что-то напряженное там происходит. Ребенок проявил интерес к рисованию, то есть теперь он может бросить свой компьютер, и если его пригласить, самостоятельно прийти и рисовать там 5-7 минут, он стабильно. И теперь его не нужно держать, он будет это делать самостоятельно по доброй воле. Вот такие у нас произошли великолепные изменения. Я очень благодарна Давиду за всю работу, что он делает. Это просто великолепная, прекрасная работа, отличные результаты. Мы очень довольны. Всех благ и здоровья, и терпения Давиду. И мы будем продолжать заниматься